Ребята, мы приехали в город. Смотрите, сколько собак. Раз, два, три, все загорают на солнышке. Мы идем фоткаться Егорку. Егорка не стала одевать кепку. Вредный мальчик. Сейчас пойдем сфоткаем его. И потом по магазину погуляем. Хочу Ваньке какую-то обувь купить, потому что вся у нас обувь в садике новая. И ему сейчас ходить не в чем. Все другие маленькие стали. Ножка вообще у него быстро растет. Большие лапы. Дед Сережа, привет! Ну все, садись на стул, ровненько будет тебя фоткать. На паспорт. Прямо. Руки, спину прямо сделай. Он боится. Ну все, прямо смотри. Молодец. Да, страшно прям. Че, зачепить ему воротник? Воротник, все, воротник, это такой большой. Красивая картина. Надо будет челку немного подстричь. Да пускай будет так. Некрасиво так. Не шевелись. Сейчас будешь красивым джентльменом. Сам себя в батарею в детстве маленький. Я тоже так же. Егор, руки прямо вот так вот. Молодец. А, красавец. Тут одно ухо больше. Чуть-чуть влево голову. Немного, чуть вправо. Поворот еще. Еще. Да. О, вы все равно чуть не след. Вниз под годы. Проблема с... Ниже. Так. Все, не кривило. Все, расслабься. Ничего. Держи. Нет, мы на видео снимали. Смотри, какая красота. Отойди, дай я пройду. Смотри, какая красота. А это же Вишерские, да, все картины это? Это этот, как он? Нет, дорога, по-моему, к Писаному, если я не ошибаюсь. Красота какая. Да, скалы-то у нас красивые, природа красота. Мне вот этот вот волк нравится, или собака это. Волк, правильно. Ну. А там вот интересный ребятенок в воде. Красота. Тут он тоже есть. Интересно, красиво. Фоткают. Сейчас тебя хорошо подправят. Все, мы сфоткали. Сейчас пойдем по магазину. Шагать через лужу, а то сейчас машина поедет. Сегодня ветер у нас очень сильный, у меня аж волосы дыбом стоят. Сейчас пойдем, Егорка пить хочет, да, Егорка? Пить купим, на Ванюшке посмотреть какую-то обувь. Вот так вот ходим по магазинам. Пришли на остановку, ждем, сидим, да, Егорка? Тут хорошо, природа. Я все хотела приблизить этот памятник. А вот он виден. Красавец наш памятник. Хорошо, тут уже снег еще местами. Вот там снег лежит там. Не вижу, что снимаем. Егорка сидит, покупки наши закупились. Что там увидал? Автобус только сейчас едет, но
Сейчас будем сидеть ждать, пока он туда уедет. Сейчас все закрыто, народу вообще нету, да, Егорка? Вообще. Егорка проголодался. А, мы Ваньке кеды купили дома, покажем сюда. Две пары. Я себе еще весь пакет. Кому что, он бишь пакет себе хочет. Блин, так не надо было там. Надо было, так что теперь? Что ты хотел взять? Что ты хотел взять? Много чего. Да не взял. А что именно? Чипикау, я хотел где-то штуки такие взять. Чипикау? Штуки такие, ну это, круассан. Ну, ему там попался жетончик, да? Где он, кстати, у тебя? Не потерял еще его? Покажи, какой жетончик. Ему понравились вот с такими жетончиками Чипикау. Хотела еще взять, видишь, пакеты в этих. А тут еще, видишь, как это? Это игра. Да? Надо собрать фишки и играть. Ну, ты точно не соберешь. Да. Я знаю. Ладно, ждем автобусы и домой поедем. Дорогие друзья, приехали с города. Покажу сначала вот эту вот покупку, потому что сыночка уже ждет ее. Стоит она 99 рублей. Ой, 99. 149, по-моему. Или 99, не помню, короче. Ну, вот такая вот машинка. Ванечке сразу даю, чтобы он не плакал. Дальше. Показываю, что купила. Купили торт медовик по 179. Купила себе в огород перчатки вот такие вот одни. Потом взяла губки, у нас быстро заканчиваются, по 55. 27,50 чай лимонный, зеленый, мой любимый. Потом клей мастер взяла, он по 55 рублей. Мужу взяла рулетку по 55 рублей на 5 метров. Потом дальше прищепочки тоже 55 рублей. У меня прищепок вообще не хватает. И салфетки 77 рублей. И взяла 5 бич-пакетов по 18 рублей. Так, потом дальше. Вот эту вот расческу. У нас массажек не хватает пожизненно. 149 рублей. Фикс прайс я тоже брала. Так, что еще из фикс прайса? Из фикс прайса вроде бы... А, еще вот это вот. Егор взял себе квас. Не помню, цена какая точно у него. Поэтому дальше. Дальше продолжаем. Зашли в продуктовый магазин, взяли лук. Потом взяла соленую, соленую, замороженную фасоль стручковая. По килограмм за 129. Тут вышло на 67 рублей. Потом дальше. Взяла кондитерский мак. Никогда мы с маком не делали булочки. Решила попробовать. Дальше. Взяли кокосовую стружку. Пищевой желатин. Светик у меня просила. Разрыхлитель. И кунжут для булочек взяли. Потом, а, вот еще соевый соус в фикс прайсе тоже брали по 25 рублей. Потом тостовый хлеб взяли, девочки будут кушать, делать тосты, да? Потом взяла вот такие вот арахисовую смесь, тоже постоянная наша покупка. Также взяла упаковочку жвачек и шашлычный кетчуп и бананчики. Так, из таких вроде все показала. Теперь дальше, ребята, что купила для Ванечки. Ванечка у нас не хочет со своих зимних сапог вылазить, а вся обувь у нас новая в садике. Поэтому взяли ему вот такие вот. Красивые, Ваня, смотри, с самолетиками. Сейчас, подожди. И еще одни взяли, вот такие вот с буковками. Вот такие красивые. А вот такие, Ваня, смотри, какие красивые. Надо переобуваться ведь иногда. Дальше потом взяла Ванечке шортики. Вот такие вот красивые. И у нас у Вани проблемы с носками. Взяли сыночки носочки. По 25 рублей за пару, да, 25. Тут 7 пар, вот такие вот спорт все они. Вот такие вот все у меня покупочки. И нужные, и ненужные. Дай машинку покажу. Дай зрителям покажу машинку. Дай покажу. Не хочет. Ну вот, ребята, вот все наши покупки. Если вам понравилось, то не забывайте поставить лайк. А погромче. Ну, сразу не умею. Ну, спой погромче для наших зрителей. Yeah.
Вот молодец, Марина. Всем здравствуйте, кстати. Ванечка играет. А куры наши вышли погулять. Мы калитку здесь закрыли, если что. Вот от того злыдня, который на всех кидается и проходу не дает. Я сейчас даже в огород боюсь идти. Потому что у меня лопаты нет в руках. Лопата на огороде. Вот так вот курочки вот там, видите, закопались. Смотрите, я сейчас вам покажу. Видите, в песок зарываются и копошатся. Гуляют все они. У нас солнечная погода сегодня. Папа дрова пилит, да, Марина? Слышите звук? Там папа дрова пилит, потом покажу. А Ванечка сидит, камешки перебирает. А Катя пришла телефон отбирать, да? А Мася загорает. Смотрите, как Мася у нас загорает. Мася! На солнышке. Ой, господи, чуть не упала. Споткнулась об лавочку. Вот так вот. О, злыдень вышел. Петруча, ты злыдня наш? Это наш злыдень вышел. А кто, кстати, вот эту ветку обломил? Это от чего ветка? Это от черемухи, по-моему. От чего? Петруча, а, Петруча? Ты почему такой злой у нас? А, Петруча? Петруча! Петруча, ты почему такой злой? Ух ты, нехороший такой. Прям, смотри, фигурки накидали здесь. Он их прям аж готов разорвать. Петруча, ты почему такой злой? Петруча. Привет, дружбан. Привет, Петруча. Папа что-то тут старые доски навытаскивал, да? Что он их вытащил? Что-то, видать, делать будет. А, это он с летней кухни разбирал. Петруча, а, Петруча. Петруча, ты своих девчонок, да, остерегаешь, оберегаешь? Молодец. Только зачем ты на людей кидаешься? Скажи, пожалуйста. Вон там наш петух идет, красавец. Черный такой, бравый. И у него такая прическа красивая. Вообще мне он нравится. Муж хотел его на суп пустить, я его маленького не дала на суп. Я говорю, смотри, какой он красивый. Красавец. А там вот курочка интересная, расцветка у нее черная с белым. Видите, какая красавица тоже. А Петруча, кстати, долбит вот этого петуха. Он его гнобит, он никому не дает продуху. А, это Петя. Ладно, вот так вот у нас и день проходит. У нас прибежали девчонки, принесли вот такой пакет. Говорят, к нам на территорию кто-то закинул. Но я не могу понять опять, кто. А где именно закинули, тоже не знаем. Но сейчас в целом посмотрим, что в пакете. Это, видимо, от подписчиков, да, Оксана? Скажешь спасибо? Да, спасибо. Спасибо. Что, будем смотреть? Ну, давайте посмотрим. Буду вот так доставать. Набор цветной бумаги. Держи. Ваня спать хочет. Ваню сейчас спать буду уложить. Не котята. Книжечка веселенькая. На, держи. Я прям так вот руку просто пихаю и достаю. А это что? Наклеечки красивые. На, держи наклейки. А это доска, наверное, для лепки пластилином. Шоколадка. Раскройте. Держи. Резиночка. Ребят, я не подглядываю. Что там? А это что, слайм? Господи, мне эти слаймы уже... Не люблю я так слаймы, ребята. Так, дальше смотрим. Ой. Клей. Что это такое? Это какие-то закладочки. Среди... Подожди, Оксана. Смотрите, какие красивые закладочки. Молодцы, девочки, нарисовали такие красивые закладки. В книжке будет как раз вот. Так, дальше я достаю. Здесь пробник духов, резиночки и зеркальце вот такое вот красивое. Еще там вроде что-то есть, что-то я достать там не могу.
одной рукой. Так, а это что такое, Катя? Так, здесь еще вот кристаллики. Так, вот такая вот девочки передали. Молодцы, девчонки, подписчицы. Шоколадку уже открыли? Да. Спасибо, девочки. Все, девчонки уже открыли шоколадку. Сейчас наклейки. Рисунки молодцы, красивые. Смотри, Маша, какие красивые нарисовали девчонки. Видите, они пытаются вот в эту пандемию, да, подбодрить. Интересно, да? Такой с шариками. Яички, смотри. Яички, шарики. Я это сюда пошла. Ну, там смотрите сами. Ладно, дорогие друзья, вот такой вот пакет был. Тебе понравилось? Молодцы, девчонки, не стесняются. Наклеечки это. Светину коллекцию надо отдать. Ладно, я пошла делами заниматься. Да покушать надо. А зачем шарик прицепила? Он, не дай бог, в колеса попадет, Маша, и ты расшибешься, убери шарик с велика. Не дай боже. Мы поехали в город закупиться продуктами. Папа зарплату получил. И надо закупиться. А? А ты карточку-то взял? Обе? Закройтесь, девочки, за нами. Обе карточки взял? Обе карточки взял? Вторую на... Ну ладно, надо было распечатать просто эти чеки. Ладно, идем на автобус. Скупили с продуктами. Папа несет, и я несу пакет. Потом дома все покажу. Нам еще полчаса до автобуса, и мы решили на другую остановку с ним идти. Что нам тут стоять-то? Поэтому идем. Папа так посмотрел. Все равно ты в кадр попал. Мы поехали чисто ради курицы. Купить побольше курицы. Вот и накупились, как всегда. Несколько пакетов. Ладно, идем на остановку. Потом дома сделаю обзор того, что купили. Дорогие друзья, съездили мы с мужем в город, сделали покупочки. Мы поехали вот чисто ради вот этой вот курицы. Мы купили ее 1, 2, 3, 4, 5 штучек, чтобы завтра детям устроить праздник, сделать мясо на... Ну как, шашлыки, короче говоря. Потом взяли детям пепси, они у нас просили. Мы никогда такое не покупаем, поэтому первый и последний раз взяли. Не будем такое брать. Потом взяли 3 кусочка сыра. Причем так, российский по-классически. А, тут все одинаковые. Дети попросили, сыр взяли. Также взяли 3 штучки крабовых палочек. Салат хотят сделать ребятишки. Будем делать с Мариночкой. Потом взяли вот курицу, буду мариновать. Вот такой вот маринад взяла. А к ней еще вот такая вот приправа. Не знаю, какая это взяла. Потом 10 коробочек маленьких сока. Да на, Марина, на, Оксана. Потом взяли спички у нас. Это нужная вещь всегда. И чай высокогорный. Что-то чай, который мы пьем, того нету. Поэтому вот пришлось взять такой. Также взяли краснодарский соус по акции. Он был... Вот честно, цены не помню. У меня чеки есть, по идее, если надо будет, могу показать. Но по идее, ну так... Так, краснодарский соус, вот такой пакс, что-то она недорогая была. Мой излюбленный чай. Всегда беру, обожаю его просто. И увидала вот такие вот красивые перчатки. Правда, они, наверное, детские, но вот потом померяю. 59 рублей, недорогие. Взяла в огороде, всегда перчатки нужны. Потом наша постоянная покупка, это хлеб чиабатта. Дети его просто обожают. Почему тихо говорю, кстати, потому что у нас Ванюшенька уснул. Дальше, что мы купили? Купили майонез еще. Дети сегодня, Мариночка просила груши. Взяла вот такие вот груши, да. Оксана и Марина просила вот такие вот грушки. Взяла тут как раз 7 по одной груши. Потом огурчики взяли. И увидала чай каркаде. Я давно его такой не видела в пакетах. Взяли 2 пачечки чая. Всегда надо. Также по акции были колбаски охотничьи. Упаковка по 79 рублей. Взяли 2 штучки. Ребятишкам они любят такие кушать. И я зашла, взяла себе вот такое зарядное устройство. Оно было по 250 рублей на свой телефон, потому что мой зарядник не работает.
Вот такие вот в целом покупки. И вчера еще в покупках я забыла показать. Мы взяли 10 килограмм сахара. Заносить уж не буду, тяжело, извините. Но вот в целом вот такие вот покупки на сегодня у нас. Это все. Ладно, ставьте лайки, если вам понравилось. Пишите ваши комментарии. Ребята, сделали мы на ужин салатик. Только у нас тут кукурузы нет. И мне некоторые подписчики подсказали положить, короче говоря, огурец и зеленый лук. И вот пока мы в город ездили, Светик все нарезала. Я сейчас все смешала, рис сварила, добавила. Вот такой вот будет у нас салат, только жалко, кукурузы нету. А так очень вкусно. Все, кто кушает, всем приятного аппетита. У нас вечер. Ну, давай, собирай. Девочек заставила прибирать все игрушки свои, а то совсем раскидали все игрушки. Ванечка играет, гуляет. Уже кофту ему одели тепло, а шапку снимает одно, что без шапки. Сандаль наконец-то одел. Давайте, а то ишь ты. Раскидали все игрушки, и кто-то за них должен убирать. Не умеете играть, нечего. Ну вот, завтра праздник будет, завтра мясо пожарим. Папа, да, шашлыки сделаем, замариную сегодня мясо. Сейчас папа немножко отдохнет, они с Егоркой дрова таскали, пилили, таскали. Хорошо, колготочки подтяни. Мариночка прибежала. Хорошо, колготочки подтяни и прибирать территорию. Давайте. А Ванечка играет. У нас уже вечер, скоро уже домой пойдем спать. Да, набрал песка, ну играй. Девочки, давайте, прибираемся. Машина, кстати, здесь у нас, она уже во дворе живет. Все, Ваня ее домой не заносит, он уже утром встает, дверь открывает и идет, катается, гуляет на улице. Да, убирай тоже туда тапок ваш. Давай, доставай там игрушки. Все везде раскидали, ладно? Вот такой, ребята, у нас сегодня был влог. Если вам понравилось, то не забывайте нам ставить пальчики. Подписывайтесь на наш канал. Нам будет очень приятно. Вы уж извините, что ничего путем не снимаю. Просто целый день что-то то одно, то второе, то огород копаешь, то в город ездила, то еще что-то. И вот так весь день прошел. Да, Ваня? Ваня тут рядом с мамой села, девочки прибираются. Ладно, всем пока-пока.